Анонс и точная дата выхода 14 и 15 серии второго сезона сериала «Война семей». 14 и 15 серии сериала выйдут на интернет-площадке Premiere One 16 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Миша и Дима решают отправиться на охоту вместе со своими половинками. Кому-то нужна добыча, а кому-то новая машина. Кто окажется важнее? Правда может всплыть не в самый подходящий момент. Вадима ждет неприятное открытие. Почему мы изменяем с бывшими? У Димы нет ответа, как и уверенности, что никто не узнает о его интрижке. Лена точно что-то подозревает и вот-вот его раскроет. Но о чем умалчивает она сама? Миша тоже придется несладко. Он соглашается сесть на диету ради любимой, но отказывается от любимой еды не хочет. Напомним, 14 и 15 серии сериала выйдут на интернет-площадке Premiere One 16 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.